Беларусь готовится к проведению чемпионата мира по хоккею 2021 года. Мировое первенство пройдет в Минске и Риге. Такое решение было принято на Конгрессе Международной федерации хоккея в Кёльне. Совместная заявка Беларуси и Латвии набрала большее количество голосов. Главной площадкой чемпионата мира 2021 года станет Минск-арена, где пройдут полуфиналы, матч за третье место и финал. Арена Рига примет матчи одной из групп и два четвертьфинала. Мировое первенство пройдет с 7 по 23 мая. Для совместного турнира страны выбрали слоган «Страсть без границ». Ранее Беларусь и Латвия по одному разу отдельно проводили мировые первенства. В 2006 году Латвия, а в 2014 – Беларусь. Напомним, тогда был установлен рекорд по посещаемости подобных форумов. На матчах побывали почти 645 тысяч человек, в среднем по 10 тысяч на одной игре. Планируется, что посетить матчи планетарного форума в Минске гости смогут без визы. С февраля в Беларуси действует 5-дневный безвизовый режим. В случае, если у болельщика будут билеты на все 16 дней, то решит проблему въезд наличия квитков, как это было и в 2014-м. Безвизовый въезд болельщикам планирует организовать и латвийская сторона. Для проведения спортивного праздника в Беларуси есть вся необходимая инфраструктура. Масштабных затрат не предвидится. Как и в 2014-м, Беларусь, кроме удачного выступления на льду, рассчитывает получить и экономический эффект от форума, благодаря массовому посещению нашей страны любителями хоккея со всего мира.